Эй, чувак, ты не дергай меня, пожалуйста. Ты если дошел, то другим не мешай, вы чего? Они не дают мне пройти, ребят. Да не нужно биться. Жесть, 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 нужно всегда оставаться человеком. О-о, это я. Это я, ребята. Всем привет, друзья! Вы на канале Cool Games, и недавно я посмотрел сериал «Игра в кальмара». Это очень жестокий такой сериал, но в то же время там есть над чем подумать. И в Roblox есть режим по этой игре. Сегодня я хочу в него сыграть. Да, музычка прямо оттуда. Ой-ой-ой-ой, это очень жестокие игры. И вы сейчас... Эй-эй-эй, заходим обратно. Сами все увидите. Я думаю, что многие из вас тоже смотрели этот сериал. На самом деле, очень-очень жестокий. Так что, если вам немного лет, то не смотрите его. Ну, а мы сейчас начнем. Начнем смертельные игры. Так. Так, смотрите, кстати, вот это мы здесь живем. Вот такие у нас кровати многоярусные. И нас много игроков. О, какой-то с нами скелетон даже. Итак, ребят, первая игра. Нам нужно добежать, пока эта кукла не будет смотреть. Вон та дальняя кукла, она будет петь песенку. И в это время мы должны идти. Но как только она закончит петь и повернется, мы должны замереть. Тот, кто шевельнется, умирает. И да, мы можем толкать друг друга. Это самое опасное. Так, 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 так. Эй, девочка, отойди. О, слышите? А, она смотрит здесь всегда, она нет... Она нет... А, нет, отворачивается. Вот она поворачивается. Все, видите? Видите? Жесть, 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 жесть. А как девочка выжила? Ее же пристрелили вроде, нет? Так, 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 только... Когда песня? Лучше остановлюсь. Когда... Кого? Вон, минусанули. Жесть, ребята. Смертельные игры в Roblox. Стою. Кто шевельнулся? Жесть, сколько она пристрелила! Я успел. Никто не шевельнулся. Смотрите, видите, она отворачивается. Сейчас повернется. Так, увидела. Кого пристрелила, не знаю. Жесть, жесть, жесть. Но еще здесь... Можно, конечно, медленно идти, осторожно, но время, отсчет. Нужно за это время успеть дойти до финиша. Я, кстати, какой-то почти последний иду. Типа слишком осторожный. Поворачивается. Никто не шевельнулся. Все. Так. Ну что? Идем. О, сзади там. Эй, чувак, ты не дергай меня, пожалуйста. Ты если дошел, то другим не мешай. Вы чего? А вы прикалываетесь? Быстро, 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 быстро. Они не дают мне пройти, ребят. Что вы творите? Встаем! Он не встает. Чего? Они не дают мне пройти. Да что вы? Быстро. Есть. Ух, ну спасибо мне, спасибо. Смотрите, вон сколько не дошло. Жесть, они просто там остались. А вот эта кукла. Смотрите, какая она. Ужас, просто ужас. Ладно. Это первая игра, ребята. Дальше больше. Опа, ничего себе. Кто-то не дошел до финиша чуть-чуть. Все. Игра закончена, да? Да. А вот эти с квадратами, треугольниками и кружками на голове, это здесь, скажем, я не знаю, кто они тут главные. Квадраты самые главные. Вот. Они здесь управляют всеми играми. Что за игра следующая? О, фигурки, я помню из сериала. Но я не знаю, как это будет в Роблоксе. Нам нужно доставать фигурки. Мы должны определиться, какую фигуру. У меня... Вот, выскребать. Аккуратненько, чтобы не сломать. Кто-то не смог. То есть, если у тебя дернется рука, то тебе хана, тебя просто пристрелят. Вы слышите? Скольких? Скольких они там уже застрелили? Мне нужно иголочкой за вот это время выцарапать звездочку. Мне не очень повезло. Есть, есть, я прошел, ребята. Фух, я выжил, но не все, не все выжили. Смотрите, вот эти чуваки, все, закончили игру. Кстати, игра, должен быть приз, здесь приз будут деньги.
очень много денег. Вот. И все участвуют ради этих денег, готовы друг друга поубивать и сами умереть ради денег. Представляете, какая жесть творится? Так, что дальше? Что дальше? Мы ждем в своей комнате. А, кровати нужно занимать, да? Места. Здесь у вас, возможно, будет бойня. Там в сериале была бойня ночью. Походу, сейчас то же самое будет. Давай заберемся наверх. И вообще, лучше здесь, конечно, с кем-нибудь объединиться. Да, спокойной ночи. Походу, сейчас будет жесть какая-нибудь. Тебе 120 секунд нужно продержаться. Я так понимаю. А нам оружие дадут? Не знаю. Так. Чё ты говоришь-то, квадратноголовый? Да. Бита у меня есть. Ну что, все. Все, вырубили. Я просто буду стоять и отбиваться. Смотрите. Так. Я никого не собираюсь убивать. Смотри, ко мне кто-то идет. Я не буду никого убивать. Я не убийца. Смотрите, здесь объединились ребята. Не бейте меня, я с вами. Я хороший. Нет. Нет, чел. Я не бью. О нет, кого-то прибили. Ладно, лучше в центре буду стоять, или что, буду отбиваться. Я все-таки резкий пацан такой. Если что, бахну сразу по башке. Нет, чуваки! Да не нужно биться! Сразу видно, кто здесь плохой, да? Жесть, жесть, жесть. Нужно всегда оставаться человеком. Независимо от ситуации, денег и всего такого. Вы что творите? Бандюганы. Так, нам 43 секунды осталось прожить, продержаться. Вот этот бьет, но я все равно не буду его убивать. Я не буду. Но здесь игра такая, что иногда у тебя нет выбора. Посмотрим, что дальше будет. Иногда здесь придется выбирать либо ты, либо кто-то другой. Но здесь, по крайней мере, я могу не убивать никого. Так, так, так. 20 секунд остается. Свет тут вырубается. Жесть, жесть. Девочка, так. Сколько нас осталось? Кстати, где-то здесь видно или нет? Девочка, я мог бы ее... Ты что творишь? Дайте разочек дам по башке просто, чтобы ты взбодрился. Ушел отсюда. Я такой сбитый бегаю. Все, мы пережили эту ночь, ребят. Сколько... Да ты уже все вроде бы. Заберите у него биту и у этого скелетона. Нет, кого-то прибили. Чувак. Как это? Как они могли это сделать? Все. Пух. Что следующее? О, перетягивание каната. А каким образом это будет? Так, так, так. Это наша команда. Жесть. Надеюсь, наша команда выиграет, ребят. Я не знаю. Перетягивание. Каким образом это сделано будет? А, жать нужно. Да? Чуваки, поднажмите, поднажмите. Я уже жму как могу. Давай, 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 давай. Да у нас больше усилия. Правда, смотрите, в чем прикол. Мы если перетянем, то они все умрут. Да. Они просто погибнут. Они упадут. Вот, чуваки, вы чего не жмете-то? О, жму. Давай, 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 давай. Жесть, ребята. Быстрее. Давай, ты вы чего? Не, держать канат, держать. Чего вы делаете? Кто-то не жмет, что ли? У меня уже палец забился. Давай. Нам хана. Да? Кто погибнет? Что-то я не понял. Я не знаю, ребят. Что, все выжили? В этой игре такого не бывает. Выжили, да? А это финал был, это был финал. Ребята, мы дошли до финала. Кто первый? Кто первый пойдет? Там было по номерам, но у нас у всех первый номер. Здесь, короче, стеклышки некоторые крепкие, а некоторые бьются. Да, уже столько минусанулось, но время идет отсчет. 57 секунд, челы, давайте, кто рискнет? Получается, что первые рискуют собой. О, все, минус чувак. Они прокладывают дорогу другим. Время. Давайте. Жесть. Жесть. Кто-то просто не допрыгивает. Это, в принципе, я могу так. Да. Я думал, можно встать на ту палочку, ребятки. Я почти выиграл.
Респаун? Давай посмотрим за другими. О-о, это я. Это я, ребята. Лучше не смотреть. Так, кто до финиша дойдет? Нет, все. У них, смотрите, 17 секунд. Минус чел. Жесть. Смотрите в начале, сколько валяется. Все, никто не выиграл. Один остался Барсик, но ему хана. Время. Сейчас его пристрелят. А, взорвутся стекла сейчас, смотрите. Давай, ты... Время вышло, пацан. Пока. Все. Никто не выжил. Жесть. А не игра. Все, да. Вот такие вот, ребята, безумные игры. И здесь они будут разные. Кстати, если вы играли уже тоже в эту игру, напишите, ребят, удавалось ли вам выиграть главный приз. Кстати, а где приз? Он должен висеть под потолком. Такая колба, и там показываются деньги, которые мы можем выиграть. А у меня денег есть вообще хоть сколько уже? Где я здесь? 50 монет всего лишь-то? 50 монет. А что можно купить? А, инвайты можно. Что-то еще можно. Випку можно купить. Что она дает? Сколько стоит випка? 250 рубаксов. Ну давай я куплю випку ради интереса. Что она мне даст, без понятия. Какие-то привилегии, но это нечестно будет. Пока что я не понимаю, мне нужно, наверное, перезайти. Это победить. 100 раз кто-то уже выиграл? Неплохо, неплохо. Ну вот у меня есть випка, я не знаю, что она мне дает, ребят. Возможно, нужно будет перезаходить, чтобы узнать это. Так, что, будем еще принимать в какой-нибудь игре участие? Или на сегодня мы закончим? Я не знаю, я не хочу еще раз умирать здесь. Ладно, ребят, давайте на сегодня, на этом мы с вами закончим. Если вам понравился этот режим, то обязательно поставьте лайк, и тогда я пойму, что нужно в него будет поиграть еще. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Хоть я и не выиграл приз, но поучаствовать было все равно интересно. И, кстати, там я уже почти был на финише. Ладно, все, ребятки, всем удачи, до новых встреч и пока-пока.